передать два объекта муниципальной собственности коммунального назначения стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Это станция очистки воды для подземного водозабора и блочно-модульная станция очистки воды для подземного водозабора. 1,8 миллиона стоимость балансовая и 2 миллиона соответственно. Данные объекты являются неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры Преображенском сельском совете, подачи водоснабжения, и учитывая тот факт, что как и в этом году, так и на последующий год соглашение по передаче полномочий между Преображенским сельским советом и администрацией Ачинского района достигнуто не было, заключено не будет. То есть полномочия в полном объеме, которые предполагалось передавать, будет исполнять Преображенский сельский совет, как требует того закон. В связи с этим, для осуществления этих полномочий в сфере ЖКХ, в том числе подачи тепловодоснабжения, необходимо передать имущество, как и для подачи коммунальных услуг, так и дальнейшее проведение работы по заключению концессионного соглашения. Поэтому прошу рассмотреть данный проект, принять решение, ну и будут несколько поправок. Коллеги, вопросы? Ну, полностью на балансе стоит, да, если передавать имущество? Да, по-другому никак. То есть сейчас, если вы решили... То есть и район не будет ремонтировать потом ничего, как бы? Ну, как в Малиновке. Не передали, они все знают. Да, они работают с этим. Это правильное решение. А другого, чтобы адекватно, грубо говоря, работать и в части предоставления коммунальных услуг, и в части заключения комиссионного соглашения, что является еще более существенной проблемой, частично невозможно. То есть эти все объекты должны находиться в руках либо района, либо сельсовета. Другого, третьего варианта между не может быть. У нас есть решение Совета депутатов сельского, на котором было принято, ну, на этой сессии было принято решение на этот год, на 22-й год, не передавать полномочия по тепловодоснабжению. Вопрос там идет только о тепловодоснабжении, а не на всех каких-то других полномочиях, как озвучил Сергей Владимирович. И на основании этого решения сельского Совета депутатов, соответственно, надо принять решение, чтобы передать имущество, которая необходима для реализации этих полномочий, собственность администрации сельского совета. Да, такое письмо было неоднократно в администрации Ачинского района. С 21 года мы пишем уже, полномочия мы оставили, передайте, пожалуйста, нам имущество, чтобы мы могли в полном объеме осуществлять свои полномочия. То есть вот эти сломанные вы забираете, да? А у нас выход нет. Другого варианта нет у них, потому что балансовая стоимость столько, и мы должны передать по закону им. Поломана она, украдена она, нет, документарно мы передаем. Это, конечно, да, будет все в акте приема. Прошу прощения, это будет, конечно, все в акте приема передачи, наверное, будет озвучиваться, в каком состоянии имущества, в рабочем, либо в нерабочем. Ну и дальше уже будем разбираться. Не, но оно и здесь озвучено, что оно не в рабочем состоянии. Да, да, да. Я имею в виду, когда в собственность будет передаваться через нет, просто хотелось понять, а вот мы депутаты принимаем решение, когда о том, что они будут этому баланс. Они сами прикидывали, откуда у них средства на ремонт. Я хочу не от тебя услышать. То есть они понимают, что в конечном итоге ремонт-то будет. Пока подписывают эти письма. Ну или не СИФ, а СИФ, и в том числе жители. Конечно, понимают. То есть осознанно идут на это. Естественно.